Всем привет! Хочу сейчас вести такой мини-блог, чтобы разговаривать на камеру, потому что у меня это не сильно хорошо получается. Не знаю, выставлю я это когда-нибудь или нет, смонтирую ли я когда-нибудь это или нет, но мне интересно просто даже поразговаривать на камеру, именно на камеру, потому что между собой с людьми я разговариваю нормально, а на камеру начинаю экать-бэкать. Думаю, это у многих такая проблема, и решила эту проблему решать пока что так. Сейчас вышла побегать, не знаю, я чувствую себя немного сумасшедшей. Сейчас, наверное, 30 чем-то градусов жары. Я вышла побегать, и как раз мне нужно сходить к Лору в больницу. Не знаю, меня там запишут или примут нормально или нет, потому что меня раздражает это то, что сначала, чтобы попасть к специалисту, надо пойти к терапевту, потом тебя записывают только через какое-то время к специалисту, к этому, которому тебе надо. А чтобы попасть именно к специалисту не через терапевта, надо идти в частную клинику. Ну, короче, как-то так. Если я это выложу, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу с медициной. То, что сначала надо к терапевту, потом через направление еще кому-то. Ну, короче, как-то так. Я побежала. Хорошего вам времени. Встретимся, когда я добегу туда. Хотела вам показать, какой вид пробегаю. Короче, добежала я до больницы. Сходила уже в больницу. Договорилась с доктором на запись. Без направления, без декларации, без всего этого. Благо, можно договориться. И сейчас буду бежать назад. Пробежка подошла к концу. Зашла на Укрпочту по пути домой. Забрала посылочки. Иду сейчас домой. В планах еще на сегодня кроссфит-тренировка в зале. Возможно, сниму, покажу. Кстати, чем больше я снимаю видео и рассказываю, разговариваю на камеру, тем больше мне хочется смонтировать это и выложить. Переоделась и погнала. Сейчас на тренировке. Возможно, он бы запретил мне его снимать в данный момент. Но я это сделаю. Если что, я сразу извиняюсь. He is perfect man. Только что вышли с тренировки, и сейчас пойдем в магазин, поедем покупать фрукты, потому что уж очень они мне нравятся в последнее время, особенно нектарины и яблоки. Это большая-большая слабость. Всем доброе утро. Сейчас готовлю завтрак. Сэндвичи, панкейки. Медведь просыпается. На сегодня в планах много работы. И на 16:15 стоматолог.
как же... Что? Дантист. Мы приехали в центр кушать кофе. Это семейный видеоблог. Котлеты, когда я сам котлеты. С чеддером. С чеддером. Добрый вечер. Надеюсь, меня хорошо видно, потому что уже темно на улице, день подходит к концу. И заканчиваю этот день тренировкой на улице, во дворе. Так что нет ничего невозможного. Дома, на улице, во дворе, просто на свежем воздухе занимайтесь. Если нет возможности идти в спортзал или просто не хочется. Кстати, в последнее время хочется постоянно заниматься на свежем воздухе. Это, наверное, лето так действует.